Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поприветствуем ведущего. Я рад приветствовать вас на последней, завершающем концертном выступлении в рамках битвы за Мирокс 2016 первого тура. Аплодисменты. Сегодня в нашей битве сойдутся группы Wasabi, Snoo Cheese и Maybe Tomorrow. Каждая группа получит возможность в течение 10 минут представить себя и затем сыграть от 4 до 5 песен на нашей сцене. И без лишних слов я приглашаю на эту сцену группу Wasabi. Здрасте, вы как-то мало нам похлопали. Спасибо, мы сегодня начинаем, мы очень волнуемся. И более того, у нас нет слайдов презентации, так что просто смотрите на меня. Мы группа Wasabi, мы существуем уже 3 года. И то, что вы видите сейчас, не видите сейчас на сцене, это совсем новый состав, который образовался совсем недавно. Но 3 года назад большой дядька с гигантской бородой славян, с тогда еще неровными зубами, собрал нас всех вместе, и мы стали играть и решили, что Wasabi Wasabi отныне будет нашей жизнью, нашим творчеством, нашей реализацией. И вот прошло очень много времени, составы менялись, к нам приходили люди, уходили люди, и сейчас вы видите новый Wasabi Wasabi настроя. Прошу любить и жаловать, любить и еще жаловать, еще больше любить. Еще любить. Да. И еще отдельно просим поаплодировать очень доброму человеку, отличному барабанщику, Ивану Уколову. Еще его надо любить. Да, спасибо. Наша группа претерпевала очень множество изменений. У нас было очень много проектов, и то, что вы видите сейчас, практически эксклюзив. Так что все для вас. Знаешь, чтобы я хочу почувствовать вы.
Вам не холодно? Друзья, вам не холодно? Знаете, как можно греться? У вас есть одна рука и вторая рука. Видели все? Сегодня конкурс, да, конкурс. Но это значит, что мы можем еще и поддерживать нас, да? Birds. Мы немного тоже умеем играть рок. Thank you.
и все будет рвать страсти в клочья. Следующая песня называется «Ворота». Присутствуют только двое членов жюри. Это Дима Удовиченко, вот, вот все его видят, и Наталья Кучмей. И я сейчас передам им слово. Здравствуйте, друзья. Рад вас видеть. Два вопроса. Первый. Где с бородой наш человек? Я что-то прослушал, да, Дима? В Америке с женой тьми. О, нифига себе. Ну все. Очень за него рад. Второй вопрос. Вопрос под именем «Баланс». У меня сразу возникло такое слово в голове, когда я начал слушать вас. Баланс. Баланс в барабанах. Баланс в гитаре. Баланс всего микса. Какой-то он не очень балансный. Ну, то есть, например, я знаю, что там, какие ручки там крутятся на пульте, да? Я, например, отчетливо понимаю, что... У Ивана, кстати, Иван, привет. Да, у Ивана, например, баланса в барабанной установке вот не наблюдается. Хэд явно, короче.
превалирует над всем миксом очень сильно. И вот этот старый добрый звукорежиссерский прием, когда звукорежиссер ввиду того, что барабанщик играет вот таким образом, убирает из портала все, кроме бочки, потому что иначе просто нереально громко. И вот сейчас было то же самое, что хай-хет висит над всеми нами, над головами и колет в уши, а портала-то его нет. Дело в том, что... А Соник при этом прослушивается, ну так, ну так. Ну вот такой момент, да? С гитарой такая же история на самом деле появилась. То есть там, банальные вещи, типа чистый, перегруз, да? Баланс тембральный, например, певица уходит по тесситуре наверх, что-то поет, гитарист вместе с ней начинает уходить наверх, а тут же в эту же секунду, и в миксе у тебя остается бас, у тебя остается голос вместе с гитарой наверху, все время. Но это не слушается просто. Не знаю, может быть, там что-то упущено, может быть, какие-то подложки, да, должны были зазвучать в одну секунду. Но я их не услышал. И получается, короче, вот такая вот шумноватая слегка картина, что в вашей музыке, мне кажется, неправильно. Потому что ваш стиль предполагает некий минимализм, видимо, да, такой, более-менее. Аккуратность. Вот эту вот минимальную красоту какую-то, на фоне которой певица расцветает пышным цветом и покоряет сердца. Вот хотелось бы, чтобы так оно и случилось в итоге. Вот. Спасибо, Дим. Да. Вот, вот, короче, то, что я успел придумать за эти минуты. И в качестве стартовой разгоночной оценки на сегодня я вот пока вот так вот поставлю. Непонятно, что будет дальше. Спасибо. Ребят, слушая вас, очень хотелось, чтобы сегодня вы отсюда ушли с учебником по гармонии и разучили новые аккорды, послушали какую-то новую интересную музыку, возможно, для себя. Что касается вокала, низ не читается, верх слишком плоский. Нужно работать. И амбиции, ребят, они должны быть здоровыми и правильными, направленные на глубину и развитие ресурсов. Ресурс-то есть. Это были оценки наших жюри, но напоминаю, что на сегодня, как и каждое концертное выступление, ведется аудио и видеозапись выступлений, и остальные члены жюри обязательно просмотрят видео-аудиоматериалы и выставят свои субъективные оценки. А я напоминаю о том, что существует возможность зрительского голосования вот здесь, замечательная девушка Наталья. А вы можете к ней подойти и проголосовать за полюбившуюся вам группу, тем самым увеличив ее шансы на победу в битве за Веронс. Спасибо, ребята, это была группа Васаби, еще раз аплодисменты.